Здарова, дорогие мои, с вами Касина Юрочновкин. Сегодня вместе с Петровичем мы устроим спуски без тормозов по льду. Салам алейкум. Итак, ребята, на дворе 29 число, вроде как официально у многих уже начинаются выходные, всех с наступающим. Вот так вот, да? Ты приготовился уже к Новому году? Много ящиков накупил? Все во мне. Все в тебе, ну действительно. Короче, ребята, с помощью рандома мы достаем случайные тачки и спускаемся по льду. Давай мы с тобой это и сделаем. Первый раунд жеребьевочный, как обычно. Да нет. У меня не лучше, братан. Но у меня это чит, вроде как. Да, а у тебя вроде нет. Так, ладно, поехали, ребята. Русские тачки на спуске. ВВВ номера. Вот тебе, ВВВ. А у меня Алка. Алка? Алка — это хорошо. Но только на Новый год. 1280! Охренеть. 1220. А я улетел в сторону. Прям жестко. И я не знаю, сколько было. 210, пускай навскидку. Смотри! Где ты? Не вижу. Забил? Забил. Да. Так, а получается, у тебя тоже чит тогда, да? 174 под капотом. Понимаю. Короче, ребята, вот такие вот приколы. Тачка по накату поехала у Петровича тоже. Чит у меня очень тяжелый. По ребре, конечно, зарешал. Поэтому да, к сожалению, я до конца не долетел. Так, окей, продолжаем, друзья. У Петровича 3 тачки, у меня 2. Вот такие вот у нас правила. Кто дальше улетает, то на одну делает больше в раунде. Поэтому это шансик. Ой, это считается. Да, у меня, кстати, тоже считается. Крутогабарит вообще весь считается, даже GTA-шный. Так, и вот это охрененно у меня просто. Это моя возможность реабилитировать. Надо свои баллы забрать будет. Так, самоходка, кстати, неплохо летела, ой, насколько помню. Ой. У тебя Камарос. Но да. Я тебя предстерегу, ну, он надо. Плюшевый. Да, он взорвется, скорее всего. Он прям очень легкий. Но, ребята, Камарос, тачка прям бомбезная, отличная. Вот я 100% говорю, если до конца долетишь, ты долетишь уже угольком. Ты гореть точно будешь. А вот взорвешься или нет, мы узнаем попозже. А если взрываешься, то ноль? Ноль, да. 1146. На самом деле без разницы, как ты поедешь, медленно, немедленно, он все равно погнется. У него там ХП вообще нету. Ну я пока прямо лечу. А что по скорости? 1000 было. Так, чистый гол ворота. Да, вылетать я не собираюсь. Вот он ты. Горишь? Если горишь, считай до 10. Не вижу, потому что... Так, ну 400 в любом случае это очень хорошо, и тебе повезло, да, то, что она не загорелась. Если бы, наверное, носом бы впечатался, то все, сразу бы, как говорится, можно было делать, не знаю, буженину. Че толкаешься? Короче, окей, я на 100 баллов у меня больше, но по баллам ты все равно лидируешь. Вот это дроп под Новый год, ты смотри-ка. Ой. А что у тебя, я не вижу. А, ты улетел куда-то? Понимаю. В небытие. Щеманул. Так, это стандартик. 3 машины, кстати, ребят, у меня. 370, у меня все стандартно. Не знаю, что за... Дайте мне тачку. Не знаю, что за бэк. Так, раз, еще джипик. Один еще один. G20 вроде. О, чит. Нормально. Это мы берем. Так, у меня еще одна машина, ребята, есть. Она в следующий раунд не идет. Но и смысла заспавнивать ее сейчас не вижу. Потому что, ребята, вот эта тачка, она очень хорошая. Она успеет разогнаться. Так, а бэха 270. Он тоже соперник, наверное, хорош. Хорошая. Так, у меня прям китаец. Кто, ребята, знает, как марка называется, я не знаю. Это Экус, Hyundai Экус вообще. Сейчас, по-моему. 1215. И слушай, я полетел опять максимально хреново. Вот так вот камеру делаю, чтобы видно было, что я там цепляю. А я неплохо. Посерединке. Так. Очень хорошо летишь. Я не знаю, ребят, сколько было, при монтаже смотреть придется. И 400 у Петровича. Петрович сегодня бьет метко, у меня тачка изначально прям куда-то в сторону поехала. А на это никак не повлияешь, потому что это лед. Вот такие вот приколы. Но мне в любом случае такой расклад не по душе. Что-то это не то. Лансер 2000 сил, да вы вообще угораете. А? Ты где вылетел-то? Или ты в ворот забил? Я не знаю, там было либо 200, может быть, даже раньше было. Он слишком быстро ударился на большой скорости и улетел в сторону. Там вообще контролировать никак нельзя было. Так, окей. Кстати, ребята, я напомню, для тех, кто вдруг возмущен, то, что, может, я не долетаю, это приоротанк. А мы не можем, короче, когда мы уже скользим по льду, никак управлять машиной. Гусеница не разгонится. Нет, считать не будем. Она не доедет, наверное. Газель. Нормально придумал. Еще одна машина у тебя. Ты был дальше, потому что... Картонка. Бери картонку, это вообще идеальная тачка. Ты чего? На самом деле газелька, возможно, была бы и чит. Я не знаю, у нас вроде как чит есть какая-то такая же тоже.
Но не знаю, точно она это или нет. Картонку зря не взял. Картонка это прямо имба. Ты бы взял 100 в лучшем случае. Я не стал, ребята, газовать лишний раз. Итак, 1100. На поребре прямо сейчас приземлюсь. Плохо. 700. У меня лансер багуется. Ай-яй-яй, какой плохой удар. Ой, хорошо. Твоя бэха меня спасла. Спасла мой лансер. 400 есть. Но поребрик, да, ребята, вы видели, да? То есть вот эти поребрики, они могут сохранить, а могут выкинуть. Так, а сколько у тебя? Где ты там вообще? Что-то я вообще не вижу. 180. Так, на каком-то саквояже. Все, улетел со свистом. 190. Ну, ладно, я отыграл 200 баллов, но мне кажется, я все равно еще нахожусь на второй позиции. Так, Новый год. Дед Мороз, дай читачку. Чит-гелик, да? Да. Maybe, да, возможно. Да. Чит-гелик. Так, у меня очень хорошая бэха М4. Так, ты аккуратней, ты тяжелый. Взорвешь нахрен все. Так, я достану третью тачку. Это... И это Бугатти. И это чит Бугатти, да? Блин. Охренеть. Охренеть, чё по тачкам? Просто чё по тачкам? Одни читы. М4, кстати, тоже 300 лошадей. Но у нее есть свои приколы. Я бы взял гелик, конечно. У гелика сильный зацеп. Он летит. Да, шансы большие. Вот это вообще не цепляется. Ну, за чё? Ещё и как мыльница. Должна быть хорошая. Но такие машины, это кот в мешке. Они есть у нас хорошие по накату, есть плохие. Откровенно, хорошая. У тебя Дош вроде. 800, 900, 1000, 1100. Блядь. 1250 разогнал я. Я опять, ребята, уже не газовал. Но при этом, ну, смотрите, я изначально как-то неплохо выехал. И вылетел, надеюсь. Нет, я воткнул стрелочки и никуда не поехал. Охренеть, вот это я ударился, короче. Я аж по 90 градусов улетел в сторону Чилиада. Короче, 350, потому что я не коснулся синей поверхности. Но, да, удар, конечно, был жесткий. Так, ладно. Не то, что не коснулся, ой, ребята. Херик. Можно считать, что я коснулся. Не то, что не остался, поэтому не 400. Так, где? Сколько? Летишь. И та же самая херня. Да. Та же самая херня, только в другую сторону. Красиво исполнил. Но я под 90 градусов улетел в бок. Прикольно. Блин, ребята, какой-то просто нереальный. У нас дроп. Очень хорошие тачки. Еще один чит Мустанг. Что происходит? Это Дед Мороз под Новый год нам завозит читы по любасу. Тем более с рандома тягаем-то, ребята, с рандома. У нас с тобой по три тачки, у нас одинаковый абсолютно показатель. Вот эту херню, ребята, считать не буду, хоть она и большая, у нее текстура сломанная. Танчик, ЕБРчик. ЕБРчик неплохой. Так, ты чинишься, не чинишься? Ты чинишься. 195. Бугатти 363, очень хорошая. А я возьму, наверное, все-таки танк. Я бы не буду брать танк. Не буду. Я на нем уже 100 раз катался. Рискну, возьму Бугатти, хотя Бугатти я не доверяю. У тебя неплохой, возможно, Урус. Чит, Мустанг. Выбирай, что берешь. И Сиан. Тачки просто пушки все. Да, все тачки пушки. У меня тоже подбор довольно-таки хороший. Так, Сиан берешь. Ну, разумно. Я бы, наверное, тоже его взял. Так. А где мои баллы? Баллы. Бабосики, баболи. 800, 900, 1000, 1100. Уйди. 1200. Блять, ты меня взорвал. Я рядом проехал вообще. Ты меня взорвал рассинхроном, видать. Потому что у тебя тачка не тяжелая. Это я было ворота интересно. Прям, да я не вижу, ворота. Я заново еду. Так, Петрович долетел до конца. Неплохо. Бугатти, я не знаю, сможет это сделать или нет. Но реализация, кстати, у тебя сегодня прям чуть ли не стопроцентная. А почему он сам газует? Не знаю, забагался, возможно. Ну ты меня взорвал, говорю, ты по мне проехал пингой, не знаю, чем снес меня. 840, не самая идеальная скорость. Но вполне может хватить. Вот только для чего хватить, непонятно. Потому что как-то оно в сторону уже собралось. Ну сотку я проехал уже, к счастью. Но ты почти был прав. Две сотки. Я улетаю. Да. Скорости не хватило. Блин, Сиан, это еще одна пятихаточка, ребята. Это неплохо. Колеса у меня не крутятся, не знаю, это вот у тебя, наверное, картинка забагалась. Но реализация охренеть какая сила. Так, ну интересно, что нам еще рандом покажет. Так, ой, это уж откровенно дрявая не чинится, насколько помню. Ремак, ребята, быстрый на старте, на максималке нету. Щит такой? Охренеть, что о, по лодка. Тачкам, ребята? Лодка хорошо, но она не доберется. Нет, это читерство. Да, на читерство, мы уже проверяли, короче, ради прикола. Они просто скользят по льду до конца самого. То есть это идеальная прям штука, главное только добраться. Ой, так, ой, это считается, ой. Но это, да, такой прямо паракидыш сам по себе. Макларен P1 неплохо доедет, думаю, скорее всего. Ну, поверборд не считаем. И еще одна машина, вопрос какая? Это Бэха.
Это М2 вроде. Да, это М2. М2 может быть неплохая. Так, нужно реализовать чит, ребята, потому что я как минимум 2 чита сегодня профукал. Это плохо. Откровенно. А что у тебя за чит? Kia. Короче, специально уже не газую, просто стараюсь аккуратненько вылететь. Тысяча. Под штукарь я полетел. 1100. На чем? А, ну БХ М2, да, ребята. Это летающий М2. Там вопросов нету, скорости хорошая. Я сейчас взорву нахрен все тачки, наверное, если попаду хоть в одну. Хорош. Хорош. И ты здесь. Что с реаль... О, у меня ускоряшка есть. Я попробую тебя выкинуть. Не-не-не. Она не работает, собака. Она есть, но она не работает. А так можно было бы по приколу постараться. Не. Бебра это твой лучший друг. Ты сам выдавился оттуда. Ну, кстати, такая вероятность, вероятно, тоже. Охренеть, ребята, давно таких результативных серий не было. Прям очень жирно. Ты посмотри, что это сыпет, я не понимаю. Ну, гутарка херня, она не настолько хороша. Но это не та гутарка, которая прям чит. Это 206. Еще чит. Под капотом. А, это значит плохая. 206 это R-мод плохой. У меня вот чит из GTA San Andreas. Это, ребята, уже какой чит? Напишите в комментариях. Бугатти у тебя считается и вроде быстрая. 86. Че у него с фарами? Ты видел? Чит, ну, так, такая машина. Так, вот и класс. Это... Да, это какой-то Мерси. Так, Бугатти, я так понимаю, ты возьмешь, да? Или да. Что? Окей, хорошо, поехали. У меня чит, ребята, надо реализовать опять-таки. Петрович, потому что сегодня что-то прям вообще меткий стрелок. Не, ну это хороший чит. Но дело не только в хорошести, дело и вот в том, как ты еще выезжаешь на лед. 700. 1270. Не, у меня будет 780. И опять вот, смотрите, я не знаю, как это. Вот она вроде по прямой ехала, но по ребрик помешал. Зацепись. Блин, я вообще не зацепил, улетел. Я не знаю, сколько было, опять при монтаже посмотрю. Но на скидочку там 250, пускай нарисуем. Ну у тебя реализация прям хорошая. То есть у тебя тачки, как у меня, по сторонам не летят. Какие-то сегодня ветра, порывы ветра. Так, 230. Ну, я чисто от поребриков отлетал на большинстве читов. Так, 240 у тебя и 250, скорее всего, будет десятка бонусная. Блин, хотел тебя врезаться. Я даже попасть не смог, настолько эти машины прям шебутные. Привожу пяти, Юрий. Что-то я вообще, да, очень много тачек зафейлил. Я был дальше в любом случае, думаю. Да ну! Чит исток, охренеть. У меня, ребята, все считается. Возьму я Весту. Хоть и не хочу я делать этого. Ну поехали, что могу тебе сказать. Исток за 3 секунды разгонится на 3000, поэтому шансы того, что ты никуда не врежешься, велики. Главное, меня не попади, я слева еду. Я не буду газовать, я 1000 держу. 715. Вау. Ну летишь пока неплохо. Все, не вижу тебя. Вообще неплохо. Он да исток, ну. Он тяжелый, он прям жесткий. Да ну! Где, чё, когда? Нет. Гол? В угол попал, нет. В угол попал. Вот там и стой теперь до конца серии. Ты наказан. Получается 400, да? Или ты отлетел в сторону? 400. Очень хорошая реализация. Кстати, для Лады и Весты тоже довольно-таки неплохо. 230. Вполне хорошо. Десятка за остановку. Ну, хоть, ребята, у меня и ведро читов, но... Реализация все-таки хромает. Опять здоровенная херня. Так, сноухав не считаем. Это стандартная херня. И Маруся. Так, ну не знаю, даже не знаю. Ай, блин. Понятно. Хотел грузовик взять, но не получилось. Так, Пацифика либо Одиссея. Может быть хорошая. Урус, я не знаю, если честно. Их несколько у нас. И хорошие, и плохие. Бэха, средняк, скорее всего. Ну, я на Бэхе поеду. Она быстрее, чем Урус. Окей. Так, ну давай. Маруся, в принципе, средняя тачка. Не особо хорошая. Не особо вроде как летающая. 80, возможно. 600. 867, 700. Видел я последнюю цифру. Опять по ребрик. 60. Ну тут, наверное, по ребрик больше поможет. Да, он все-таки помог. Ну, мне тоже по ребрик помог. Где-то тебя на сонаре вижу и уже не вижу опять. Я загорелся! Я, сука, загорелся! Вы что творите? Я до конца долечу, и она взорвется 100%, потому что я очень медленно лечу. Ты прикинь? Она 100% жахнется. Сколько у тебя? Я еще лечу. Это шахит, это шахит. Все, расходитесь, взрываем тачки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
7, 8, 9, 10. Я не знаю, что там горит. О, она взорвалась где-то на 12 секунде. Еба, мне повезло. Я на крыше чилю. Ебать, все-таки я пятихатку забираю. Так, крыша — это хорошо. Это значит, без проблем ты тоже доберешься до конца. Ворот, скорее всего, не попадешь. Но, блин, ты что творишь сегодня? Реализация жесткая. Ребята, ой, хорошо. Нихера я на морде скольжу. А что я раком поехал? Куда? Я вижу. 310 у тебя. Все, он именно раком почему-то скользил, а нет, он на жопе не поехал. Короче, вот такой вот, ребята, хабар. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять тачек здесь на финише. Две улетело в сторону. И еще, ребята, потенциально херо гора была читов, которые до конца не долетели. Жестко, жестко и очень круто. Ребята, 100-500 тысяч миллионов лайков от вас ждем. Подписку оформляем. Всем спасибо, всем пока. Пока, народ.